Приветствую, друзья! В этом видео я покажу вам, как можно добавить программу в автозагрузку через редактор реестра. Данный способ является самым универсальным и подходит для большинства операционных систем Windows. К примеру, возьмем программу FileZilla FTP Client. Вот такая вот программа у нас будет в автозагрузке. Итак, открываем редактор реестра. Это либо пуск выполнить, либо комбинация клавиш Windows R. Вводим regedit. Открывается редактор реестра. Далее нам нужно пройти по следующему пути. Это HK Current User. Software. Microsoft. Windows, Current Version, далее нас интересует директория RAM, где, собственно, и прописываются пути программ, находящиеся в автозагрузке. Чтобы добавить сюда программу, жмем в пустом поле правой кнопкой мыши «Создать строковый параметр». Вводим имя. FileZilla FTP Client. Жмем Enter. Далее «Изменить». И в поле значения нам нужно выбрать путь программы. Чтобы это сделать, берем ярлык программы. Тут важно брать именно ярлык, а не экзешник. Если ярлыка нет, его лучше создать. Правой кнопкой мыши на ярлыке свойства. И где объект, вот эту вот всю строку, включая кавычки, мы копируем и вставляем в поле значения. Жмем ОК. И все. Данная программа теперь будет запускаться вместе с Windows.